Погода на Урале непредсказуема. Мы отправим вас туда, где прогноз погоды всегда хороший. Пегас Туристик. Отдых на высоте. Всем привет! Я готова поделиться с вами теплыми, скорее даже жаркими новостями относительно погоды. Более конкретно далее в моем прогнозе. В четверг, 29 июня, в Магнитогорске ночью плюс 16, плюс 18, утром до плюс 22 градусов и солнечно. Ближе к полудню потеплее до 24 градусов, но будет пасмурно. А вечером не холоднее 17 градусов и, главное, без осадков. В Белорецке и на близлежащем курорте Башкортостана немного холоднее, здесь ночью дождь и до плюс 14, а днем облачно и плюс 19. В соседнем Сибае утром плюс 17 и возможен кратковременный дождь. Днем потеплее до 26 градусов, будет солнечно. В Челябинске столбики термометров покажут плюс 18 градусов утром. В это время здесь возможен дождь, а днем плюс 23 и сухо, без осадков. На этом у меня все. Желаю вам теплого июня и в душе, и за окном.